пятницу сегодня окутал дым пожара. Загорелась сухая трава вдоль железной дороги. Протяженность около 3 километров и всего 5 очагов возгорания. На линии огня оказались сразу несколько улиц. Огонь подбирался к домам. У семьи Галецких сгорела теплица. Хорошо, что соседи еще услышали, выбежали. Ага. И меня разбудили, и начали это тушить. Там внизу от путей полностью весь горбочек выгорел. И у нас вот парник начал гореть, и это самое, там дрова наверху были сложены, вот они перекинулись, и скаты эти. Думаю, что игрались кто-то там, наверное, потому что под путями трава вся выгорела, а ветер в мою сторону сюда, оттуда началось. Кто-то или поигрался, бросили, или бычок, или подпалили специально траву, чтобы выгорала, я не знаю, в чем причина. Общая площадь пожара около 2 гектаров. Возгорание тушили 4 расчета. Водой заправлялись 3. По городу только и были слышны сирены. Справиться с огнем мешал ветер. Всего задействовали более 30 человек. Пожар удалось потушить, а вот что стало его причиной, сейчас выясняют специалисты.